Талантливые, оригинальные картины художника Лояна отличают красочность и праздничность цвета в сочетании с высокой духовностью и философичностью замысла. Герои картин очень напоминают лики, сошедшие с икон, а сюжеты их обращены к внутреннему миру зрителя. Сам автор признается, что для него более важен момент передачи духовной сущности людей и мира в целом. Художник иркутянин Сергей Лоян известен в России и как художник-оформитель. Его работами оформлено более 40 книг. В течение продолжительного времени он активно сотрудничает с издательством «Пронов». Его работы отмечались дипломами российского конкурса «Искусство книги разных степеней». Он работал с произведениями Евгения Носова, Михаила Кураева, Алексея Варламова, Евгения Евтушенко, Льюиса Кэрролла и другими авторами. Но особое место в этом ряду занимают книги Виктора Астафьева и Валентина Распутина, ставшие благодаря филигранной работе художника настоящими шедеврами книгоиздания. Сергей Лоян создал полный комплекс книжного дизайна для книг Виктора Астафьева «Пролетный гусь», «Далекая и близкая сказка», «Царь рыба». В его оформлении вышли книги Валентина Распутина «Прощание с матерой», «Век живи, век любви», «Дочь Ивана, мать Ивана», «В поисках берега», «Сибирь, Сибирь» и собрание сочинений в 4 томах. Когда мне предложили сделать выставку в этом музее, мы обсуждали, что бы это могла быть за выставка, потому что у меня достаточно много работ все-таки за 10 лет, уже теперь почти 12. Я сделал более 50 книг, но решил остановиться вот на двух главных книгах, которые особое место занимают в моей работе в книжной графике. Это «Царь рыба» Виктора Петровича Астафьева и «Прощание с матерой» Григорьевича Распутина. Это не иллюстрации в прямом привычном понимании, но настоящее искусство облечения слова печатного в слово художественное. У Сергея Лояна свой узнаваемый почерк исполнения. Густая, вязкая, красочная, тяготеющая к живописи внешняя отделка книги сменяется плотной графикой. Деликатность оформительской манеры Лояна позволяет ему сохранить в полном объеме все богатство содержания произведения. Книжные работы Сергея Лояна – это лишь одна сторона его художественного таланта. Его живописные полотна украшают многие музеи и частные собрания. Он успешно проявил себя и как театральный музейный художник. Наталья Бедрак, Андрей Черниговский, Новости Медиаквартал.